Привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. Привет, малыш! Ты угадай, что у меня тут есть? Это набор списков, с которыми мы сейчас будем играть. Посмотрите, какой красивый замок, прямо как настоящий. Интересно, там и правда внутри замок? Ой, там что-то гремит. Давайте откроем. Итак, откроем коробку. Ой, здесь какая-то разноцветная бумажка, небольшая желтая коробка. Давайте посмотрим, что в ней есть. Там есть формочки зеленого цвета, синий песок и белый песок. Я думала, что в коробке будет замок, а оказывается, замок придется самой строить. Сначала откроем формочки. А теперь разложим их на столе. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас есть целых 6 формочек, чтобы построить красивый замок. Дальше мы откроем белый песок. И мы его высыпаем. Вот, почти весь высыпался. А дальше там все не хочется вылезать. Все. Давайте попробуем его пожмякать. Как классно, он такой мягкий. Белый песок оказался на ощупь такой мягкий, пушистый. Интересно, а синий такой же будет? Итак, открываем синий песок. Вот и высыпали. Сейчас потрогаем его. Он тоже приятный на ощупь, только он другого цвета, небесно-голубого. Правда красивый. Ну что, приступим к строительству нашего замка. Итак, берем формочку и набиваем ее песком. Уплотняем пальцами, чтобы был крепкий-крепкий кирпичик. Теперь убираем лишний песок. И вокруг тоже. А теперь нажмем пальцем на кирпичик, чтобы он вывалился. Вот какой красивый кирпичик у нас получился. Берем следующую формочку и набиваем ее голубым песком. Вытряхиваем кирпичик из формочки и ставим его на нашу получившуюся стену. Ну вот, ребята, посмотрите, какой красивый у нас получился замок. Если бы в наборе было немножко побольше песка, то мы бы построили большой замок. А теперь поиграем в маленький. Ребята, я обожаю лепить куличики, а больше всего их ломать. Ого, этот песок теперь похож на мороженое. Ребята, запомните, ломать куличики можно, которые вы сами сделали, а чужие ломать нельзя, потому что ведь кто-нибудь может обязательно расстроиться. Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока!